А сколько времени ушло на производство этого двигателя с момента принятия заказа? Я имею в виду тот двигатель, который в студии презентовали. И как быстро их можно делать в будущем? На разработку этого двигателя вместе с тестированием и всем остальным, именно этих двигателей больше 3 лет ушло, если посмотреть в общей сложности. Для того, чтобы делать подобные двигатели эффективно, я говорил уже, что мы, вот этот центр, разрабатывает подобные двигатели, может в год не больше 3. Но это не значит, что вот один только двигатель. Надо понимать, что есть основные параметры двигателя, это параметры электромагнитной системы, всего конструктива, а на нем можно выполнять двигатели, допустим, общепромышленные и тяговые, и двигатели для частотного привода, разные, абсолютно разные двигатели на одной и той же электромагнитной системе, включая двигатели на разное напряжение. Поэтому модификации у этого двигателя, который разработан, могут быть сотни на базе одной и той же электромагнитной системы. Поэтому речь идет в данном случае о разработке электромагнитной системы, а уже исполнение там целый вагон. И вот таких вот базовых моделей в год мы можем делать не более 3. Сможем, когда закончим создание объекта самого основного, и выведем его на запланированные показатели.